Это пока похоже на слова? Кит. Даже кит написано, это будет кит. Ну, имя, ник пускай. Да? Явно есть местоимение. Да. Правда? Есть единица. Измерение. Ваша задача. Что я знаю. Прибавить что-то сюда, так чтобы получились осмысленные слова. Родник. Это правильно. Но со всеми остальными у нас получится ерунда. Родник. Попробуйте найти что-нибудь, что бы подходило. Это вы слово. Само в себе есть. А вы ну, мне понятно, интересно со всеми. Все, у меня двух слов не хватает. Подсказка. Подсказка. Это тоже должно быть осмысленное, вполне отдельное слово из трех букв. Как? Пар. Пар, молодцы. Давайте припишем себе такую схему смешную. Паркет. Пар. Паром. Это что такое? Это во Франции прибойщик через реку. Ну, почему обязательно во Франции, непонятно. А может быть, наверное, где угодно. Дюма. Через реку, да? Дюма. Да, понятно. Парад. Это понятно. Парник. Что такое парник? Парник это баня, что ли? Почти. Только это баня не для людей. Для растений, да, для овощей. Оранжерея, когда мы накрываем, да, какой-нибудь пленкой особой или стеклянно устраиваем парник, да, и там выращиваем огурцы, помидоры, перцы, там выращенные парники. Им тепло, они действительно как будто бы парятся. И, наконец, еще одно. Пар. Тер. Это что такое? В театре есть. Есть такое в Греко-Римской борьбе. Ага, замечательно. Хорошее значение. Когда мы говорим пар тер, прежде всего вспоминаем первые ряды театра. Теперь, как вы думаете, есть ли здесь хотя бы два слова по происхождению однокоренные? Парник. Парник и что? Пар. Ну, согласен, что парник образован от пара. Так, еще. Парта, парад. И как они связаны? Посмотрим. Еще там ты, как-то вмешалась. Парад и парта вряд ли связаны. Паромная переправа тоже нам не очень подойдет. Здесь. Паркет и парта? Как они связаны? Парты не покрывают паркетом, правда? Паркет и парта. Вот это не пришло в голову никому? Конечно. Поэтому когда вы зачем можете считать, что вы сидите в некоторой степени в партере? Конечно, сейчас трудно, да, эти слова сопоставить, но по происхождению у них корень действительно один. Еще что-нибудь такое хотите? Да. Можно ли сказать, что эти слова образованы? Слово пар. Да. Не все. Все? Не все. Нет. Только какое? Только вот это. И все. А паром? Вряд ли. Вряд ли имеет смысл там выделять суффикс «ом», правда? А, да. А как «паром» связан с «паром»? Ну, из «паром» в «паром»? Нет. Хорошо. Имеет ли такие задачки отношение к словообразованию? Имеет, конечно. Другое дело, что у нас слова случайно начались все с одного и того же сочетания. Если мы хотим
все-таки найти однокоренные. Если мы пойдем к слову образованию, вот давайте теперь от пара нашего уже слова образовываться. Вот наш с вами корень пар. Парник. Так, парник уже есть, согласен. Так, еще. Пакет. Пакет? Это здорово. Парник, паром. Остальные словечки с этим нашим корнем. Прекрасно. Хорошо. Тогда давайте так. Это пока мы сложим с вами. Попробуйте приписать сюда еще какие-то словечки, которые могут начинаться с пар. Пусть они будут неоднокоренные. Пар. Сами. А, можно пароль. Пароль. Отлично. Ой. Пароль. Еще. Парник. Парник в носке. Парник. Парик. Отлично. Еще. Пара. Пара просто так. Пари. Окончание. Пари. Что такое пари? Это когда это слово. Ну, это у тебя приятно слово. Просто. Отлично, еще. Париж. Ну, Париж. Имя собственное. Ладно, пускай это будет. Еще. Парус. Парус. Пароход. Пароход. Нашли. Пароход. Можем ли мы вникать писать сюда? Так, еще. Парусник. Парусник отсюда, да, уже? Еще. Парта. Парта на доске. Так. Парта на доске? Анекдот такой. Парта на доске. Так, еще. Портрет? Это интересно. Он все-таки всегда был портрет, правда? А там? Паровоз. Паровоз. Пойдет сюда. Сюда. Рисовую, конечно. Может еще что-то придется? Паранормальный. Паранормальный. Ух ты, паранормальный. Парадоксально. Но заметьте, когда мы придумываем вот эти словечки, пара, мы используем греческую приставочку. Да? Парадокс. Это еще приставка. Вот это греческая приставка по происхождению. Да? Да. Парадокс. Конечно. Парадокс. Пароним. Отлично. Что это? Здесь на самом деле та же приставочка. Парфюмер. Пароним. Хорошо. Что такое пароним? Мы уж тогда раз вспомнили такое словечко. Просто слышал такое словечко, да? Это термин лингвистический. Паронимами мы называем два слова однокоренных, но, как правило, с разными суффиксами. Те слова, которые легко спутаются. Сытый. Сытный. Паронимы. Так. Парфюмер. Парфюмер. Хорошо. Парикмахер. Ну, парикмахер уже сюда. Да, он второй. Парфи. Так вот классно. Парикмахер отсюда. Согласись дальше, да? Параметр. Паника. Паника. Да паника, да мне паника. Параметр. Что? Параметр. Параметр. Сюда же, кстати, с греческой приставочкой. Параметр. Параллелепипед. Параллелепипед, согласен. Не буду сейчас эти слова все вписывать, да? Вот во всех будет первая часть. Был бы первый периметр. Это другая греческая приставочка
Бактерий. Бактерия. Папирус. Папирус. А вера куда делать? Папирус получается. Хорошо. Скажите, пожалуйста, почему у меня отдельно выписаны вот эти слова? Они большие, нет, не поэтому. Хорошо. Пора вот парник, это там парни растения. Пароход, там он ходит в пару тоже. И это слова однокоренные. Все, теперь дайте-ка еще однокоренные. Парашют. Парашют, это мне нравится. Я сюда пишу парашют. Парашют. Шут. Хорошо. Машина. Паралимпиада. А вот какой-нибудь паровой, паровая машина, нам, конечно, подойдет сюда же. Да? Да. Парное молоко. Парное молоко, отлично. Давайте сюда же запишем. А, почему это? Парит. Почему сюда же? Парное молоко. Я ударение поставлю, чтобы у нас не было искушения как-нибудь. Оно все где? Почему оно парное? Потому что его попарили. Его попарили? Нет. Парное молоко это какое? Отлично, отлично. Только что корову подоили. Оно теплое. Его как будто пар поднимается, да? Конечно. Конечно. Парное молоко. Замечательно. Приписываем однокоренные. Парит. Ага. Вот глагол парить. И глагол парить. В чем разница? Давайте задумать. Честное время 10 минут. Так или так? Парить или парить? В данном случае, что нам интересно? Парить, это то есть летать, а парить это как в бане. Да, конечно. Парить в бане. Парить. Соответственно, париться в бане, да? Парить в облаках. Парить, это что с ним парить? Так, парить скорее уж сюда, да? Порошок. Конечно. Порошок. Парфюмерий. Да. Парфюмерий. Угу. Угу. Значит, когда мы с вами видим какое-то вот такое сочетание слов, давайте всякий раз думать, с чем оно может быть связано. Или это действительно какие-то коренные слова, которые мы выписали отдельно, или это слова по происхождению разные, и у них случайно совпало слово. Могу я во всех этих словах выделить корень пар? Нет. Нет, конечно, да? Только в тех, которые справа.